Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений, я нахожусь в городе Владивостоке. Друзья, стартую! Первый день, двигаюсь автостопом. Огромное спасибо водителю, который меня довез до остановки Лесная Заимка. Ребят, здесь боюсь машину не поймать, потому что поток машин слишком маленький. Сейчас буду здесь стопить машину, не знаю, получится уехать или нет с этой локации. Буду смотреть по обстоятельствам сейчас. Как вас зовут, если можно еще раз на камеру скажите? Для Ютуба. Анвар. Едем в сторону Славянки. Александр, пару слов, вы вообще куда? Я живу в поселке Славянка. Здорово, конечно. Славянка — это здорово. Это главный отдых, получается, Приморского края, да? Да, там Славянка, Андреевка. Было там Андреевка, места красивые. Андреевка. Это Андреевка раскручена, как... Да. Ты меня извини, но ну нет в ней ничего, в этой Андреевке. Вот как-то так. В самой Славянке это намного лучше и чище. Третья машина Кипарисова. Вот Владимир меня подвез. А вы откуда, ну, едете на работу, да, получается? Да, я в ремонт везу. Ну, ага, работа. Да, с электровозом. Да. Сегодня погода. Вот туда, да? Да. Ну нормально, да, получается? Ты как запасная? Ну, на всякий случай. Да. А это специально для ночевки, да, получается? Ну да, конечно, но вторая открывается. А, сибиратом блин. Ездили, я наверху спал. Блин, здорово. Ладно, выдвигаемся. Так, а как тебя звать еще раз? Данил. Самая главная песня, в принципе, про эту, про дорогу. Вон поехал водитель, меня он высадил недалеко от Михайловки. Мне, ребята, в ту сторону.